Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, кто-то, Фокси, Снеговичок, сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас Санбокс, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. У нас есть портал Ган из мультика Рик и Морти, будем ставить рандомные порталы и проверять, что там проходит полнейшая вакханалия. Давайте, пацаны, погнали. Работает. Я пошутил. Работает. Я так реально так быстро отпрыгал, туда не получилось. Погнали сюда. А подождите. Есть, есть. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем. Смотрите, у нас тут есть всякие монстры. Офигеть, как всегда, здесь полная вакханалия творится. Ого, смотрите, тут здоровый этот какой-то каменный челик. Я не знаю. Я первый раз такой вижу, вообще его накрутил, как это Гаррис Мод, выкрутил ему ноги в другую сторону. Обернись назад, посмотри на это, что это? Что это такое? Я такого еще не видел. А что у него с рукой правой? Ого, он мочится! Пошлите еще. Погнали. Так, 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 так. Подожди. Постараемся сегодня посмотреть хотя бы несколько сгенерированных миров. Так, так. Вижу какой-то проб. Нифига себе, оно большое здесь. Согласен, кстати. Так. О, это рельса, не надо рельса, не? О, я пока нашел. Пацаны, готовы прыгать дальше? Да. Давайте. Страшно. Чпоньк? Чпоньк? Нормально. Не, теперь разработал, все четко. Ребята, мы записываем со второго раза. Первый раз вылетел Гаррис Мод на рабочий стол, как всегда. Но мы уже поняли, как это работает. Так, пацаны, изучаем этот мир. Ты посмотри сюда. Что это такое? Это кислотный какой-то стрёмный мир. И звук какой-то страшный идет. О! Глаза. Режет снег. Я же тебя нашел. А звук как будто мы по снегу, да? Ого, тут робот был. А чё он умер? Он просто сгорел. Его заспавнили в огне из-за этого наказания. Так, это что у нас тут? Ай-яй-яй-яй-яй. О, а тут туман исчезает вроде бы. О, Алекс! Помогите, за мной какая-то кабака гонится. Тут Алекс красная с стрёмными глазами была. Нет её больше. Вот, как обычно. Все нормально, идемте сюда. Не дал рассмотреть никого. Пробежим сюда еще. Смотри, иди за мной. Там впереди кабака какая-то. Вот, я тебе говорю. Ого, что это такое? Это кабака. Была. Умри, кабака. Пришли тут все ломать. Не, если все ломать, то я бы РПГ взял бы. Ну. Так. Что это такое? Что за кабака? А, еще дерется? Какой добрый. Хочешь? Так. Тихо. Отлично. Так, там мужик какой-то стоит. Ребята, идемте посмотрим. Я подойду к нему. Привет, мужик. О, господи, он дерется. Ребята, не забывайте ставить лайкосики, подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. Так, сюда. Я очень медленный. Я тоже. Вон еще кто-то. Кто это вообще зачем? Кто это такое был? Умри, кабака. Ну такой серьезно. А вот это кто у нас тут? А, это зомби, это спака зомби. Че такой живучий оказался? А это кто? О, розовый зомби. Гламурный какой-то. Да. Я знаю, кто он. Маленький Фредди стоит. О, аниматроники. Опа! Привет, мужик. Он бессмертный. Может, в следующий раз взять карту пиццерии и ставить там портал, и там будет связано с пиццерией все. Да. Или с SCP, можно. Да, можно карты на SCP попробовать. Смотри, я нашел какой-то энергетический проб. Ребята, напишите в комментариях, какую следующую карту можно вообще запилить. Потому что будет акцент на нее всегда делаться. Так, это просто горит. Че, вы всех замочили? Ну, походу. Да. О, я вижу какую-то фигню, по которой можно пройтись и упасть. Давайте я очищу карту, чтобы не вылетело ни у кого. Так, чпонькс. И че? Так. Я летаю. А не, вы сейчас тут все появитесь. Вы готовы, пацаны? Давайте, жду всех. Жду. Вот, ставлю. Воу, тут аниматроник лежит и горит. Мужик, вставай.
Все нормально. Работу пора. Это как кто в ролике, помнишь? Ежан, вставай, ты обоссался. Понимаю. Идемте дальше. Блин, прикольно, розовые такие полы, стеклянные получились. А у тебя розовые, у меня какие-то бирюзовые. Ну, бирюзовые. Птица-невидимка, чё за говно? Эй, отвали! Ты куда понёс её? Выйди с класса. О, тут еще кто-то летает. Ого, она дерется. У меня полы цвет меняют, как-то странно очень. А у меня такие как были, такие остались. Так, тут какое-то это здание застряло в полах. Это что еще за кабан? Тут растение есть, растет. Зеленый. Был. Тут машина глючит. Давайте попробуем ее удалить. Поехали. Я ее удалю на всякий случай. Я хочу на нее сесть. Так, давайте сюда. Так, это что у нас такое? О, это шапка. Ушанка. Шапочка. Херар. Что за звук тут топает? О, тут птица летает, опять невидимая это. Это та, которую я забрал. А, ты ее вывел не в ту сторону. Да. Эй, что она крякает? Тихо. Не, подожди, достань ее. Сейчас бы она еще вытащит, серьезно. Все, он меня вытащил. Ладно, пацаны, давайте следующий портал, да, посмотрим? Давай. А, пошли отсюда. Залетаем. Давайте. Во, смотри, какой здоровый. О, господи, это что такое? Бля. Я еще такого не видал. Аниматроник-великан просто здоровенный. Я даже заберу. Так, давайте изучим этот мир. Это что у нас такое? Самолет у меня. Что такое? О, летает он, фоткается. Я забыл, как он называется уже. Уйди отсюда, стопорот. Я вам самолет подарю. Стопорот, фига. А что это за кабака красная? Непонятно. Мне кажется, или это... Я не знаю, что это. Красный камень. Я не знаю, что это. О, тут что-то шумит. О, нифига себе тут. Поезд. А можно залезть? Смотри, тут кто? Офигеть, а че он такой злой? Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Непонятное что-то такое. А это дубинка с гвоздем. О, самолет, не надо? Давай. О, тут зомби есть, пацаны. Ах ты харькун. Харькается на меня еще. Погнали. Чпонькс. Ой-ой-ой. Это что-то вакханалическое что-то. Эй, вы чё хотите от меня? Что такое? Так, пацаны, этот мир очень агрессивный по отношению к нам. Согласен. Чересчур прям. У вас тоже карта дрожит? Да. Может, оно пройдет? Ну ладно, погнали. Воу. Эта книжка нас манит. Или нет? У вас тоже камера двигается странно? Да. Это что такое? А, это какая-то горгулья летающая. И она на себя как бы вид манит. Да, да, да. Так, еще раз, пацаны. Какой-то там по счету раз. Погнали. О, нет. Нормально, погнали. О. Ого, не кричат здесь. А че вы орете? А потому что ты гулю раздави. Ого, кричат. Что это такое? Ого, тут у него расчлененка есть. Ага. Бей ее, это злая баба. Бей злую бабу. Пацаны, мы ее... А, мы ее замочили. Эй, ты че тут стоишь? Смотри, а ты кто? Сейчас все будет. Я моргаю, тут где-то из цепи есть, пацаны. Ого. Так, давайте пробежим, хочу изучить его. Так, че? Вот из цепишка, мочи его. Мы моргаем. А че не могу? Не попадает пули. Вот, смотри, что-то не мочится. А, все. О. Мочится. Замочили. Погнали дальше. Так, тут какая-то штука. Щупальца летает. Не подходи.
Не буду, не буду. Она тебя убьет. Она сожрет тебя. Так, тут туман на карте уже начинается сильный. На воздухе здание висит. Падай. Оно живое. Эй! Кто ты такой? Это ноги! Ого! О, как полетел! Прикольно, балерун. Тут ворона, не? О. Была. О, тут зомби наспавнилось. Нифига себе. Мочи, мочи, мочи. Это спаун тут стоит. Да, пацаны, это спаун. Берем под другой портал, другой портал. Ты где? А вот ты где? Погнали. О. О, здесь поярче, да, будет? Здесь покислотнее будет. А мне нравятся такие миры, необычные. Так, жду, нашел жду. Уже первого обитателя. Погнали. И книжку. На звук вау, идем. Тут свиток. Тут свиток, который манит. Ой, блин, надо валить от него, пацаны, отходите подальше. Во, я отошел и нормально все. Так, сюда, сюда, сюда. Какой-то пустой мир получился. Согласен. Давайте я вас жду, будем ставить другой портал. Ай. Чпоникс. Во, это что, кислота? Это лава? Нифига себе. Водичка. Всякие убить. Монстры заспамненные, странные. Это вообще, кто это так? А, это кукла SCP. Ого, их тут. Эй, ты чё дерешься? А чё это с ним такое? Он какой-то странный очень. Ай-яй-яй, какие-то эффекты странные. Тут кубик на меня лезет драться. Не, мы его, наверное, не замочим так. Пацаны, валим отсюда. Валим. Есть. О, тут еще хуже. Ой-ой-ой. Прикольная серия получилась. Мне нравится. Такого мы еще не снимали. Че, он взрывается? Все кричат. Пацаны, ставлю еще один мир. Ой-ой-ой, здесь вообще эпик. Здесь вообще все розовое. Так, стоп сон пропишем. Какой-то человек в кабане, понимаю. Ничего себе. Как она вообще? По какому методу генерация происходит? Аниматроник стоит разного цвета. Разного? Так, ну как такой, какой-то цвет. Ну, хамелеон. Эй, ты что дерешься, говно? Ой, отвали. Еще и кровосос. Еще какая-то ешь колючка. Это жесть. Знаешь что? Я придумал, пошли в другой мир. Я ставлю, вы где? Пацаны, я вас жду. Так, встречаемся по центру карты. Вот. Все, ставлю. Говика вообще в другом мире забыли. Воу, прикольно. Каждый сам за себя теперь. У меня FPS вообще упало прям сильно. Так, давай сюда. Это что за крокодайл? Слушай, лучше держаться от него подальше. Нифига себе, меня мочат. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!